Сегодня такой хороший день, и мы вышли гулять с детьми, с внуками. Хорошо, хорошо, еще раз беги, беги к дедушке. Хочется бегать, такой хороший, хороший день у Аделечки. Каникулы, и мы вышли вместе погулять. Ты нашла скворечник? Да. Осторожно, Эрик. Ой, интересный. Ты скворечник нашла? Сейчас посмотрим скворечник. Небо какое красивое, да, Дели? Где ты нашла тут скворечник? Вот идем и встречаем уже который скворечник, да? Какой домик красивый. Не можешь остановиться. А по очереди, по очереди. Сейчас Аделечка немножко, а потом ты. Ты пока вот на это этой, да. Штука гоночная. О, листочки подметают. Дорожки подметают. Идет уборка территории. Выключу сейчас. Идите спортом немножко позанимайтесь. А я там посижу и сделаю. Ты посидишь, и что ты будешь делать? Ну-ка покажи мне. Ах, ты с собой взяла такие ниточки. Что ты будешь плести? Из них можно сделать украшение. Украшение, ну, классно. Мне мама дала. Мама тебе дала с собой. Парень наш впереди идет. Там хочешь посидеть? Там сыро, наверное. Можешь вытереть? Вау, вытереть? Сейчас. Ой, сколько листвы, да? А здесь траву скосили. Посмотри, пахнет прям свежей травой скушенной, да? Сейчас я тебе тут... Вытрем хорошо. Будет сухо. Присаживайся. Такой станочек. А дедуля к внуку. Красиво. Небо голубое-голубое. Аделечка, обрати внимание на небо. Какое голубое небо. Вообще, да? Ни единого облачка и листочки только. Падают, шелестят. Получается красиво, да? Ага. Вот Эричек тебя зовет. Хочешь с ним вот там попробовать помаршировать? Один, два, один, два. Раз, два. Ну вот сейчас сколько пройдем, столько и пройдем. Потом сядем, сделаем перерыв, попьем чай. А может быть сейчас? Уже сейчас? Так мы еще только из дома. Это самое любимое занятие, да? Ага. Садиться на скамеечку и попить чаек. А может быть давай до следующей скамеечки дойдем? Пойдем? Вот и пришли мы к озеру. Аделечка уже нашла скамеечку, наверное, да? Где? Чай. Чай пить? Ага. Ну, давайте, будем чай пить. Можно и вот туда, к водичке пройти, посмотрите. Можешь снять курточку, да. Вот эта штука. Аделечка, можно и туда пройти, к воде? Или там в тенечке лучше, да? Тихо, тихо. Такая тишь. Тишь да гладь. Божья благодать. Располагаются в тенечке. Вот так зайки устроились и кушают. Вкусно вам? Ага.
Ну и хорошо. Дедуля, а тоже с кофе. Саша, налей мне тоже кофе, смотри, пожалуйста. Самолет. Смотри. Самолет. Спасибо. Всем приятного аппетита. Как на природе вкусно, правда? Естся, да? Адельчика, посмотри, он что тебе показывает. Пальчик. А мне покажи пальчик. Как вкусно тебе. Как тебе вкусно? Точно. Ой, где-то курлыча, да? Где-то летят гуси, но мы не слышим. Сидят? Ой, как вкусно. Да? Особенно на природе. Гусаки. Хочешь, Саш, тоже булочку съешь? Не хочешь? Ой, как вкусно. Подержи. Ешь, не кривляйся. Бабулечка тоже с булочкой подкрепилась. Аделечка, дай мне мою булочку. Ой, такие вкусные булочки. А тебе, малыш, вкусно? Ой, как вкусно. А тебе, дедуля, вкусно? Не, ничего не знаю. Не знаю. Где машины? Машины? Откуда им здесь быть? Нет, нет, там корабль, корабль. Корабль? Где? Видит. Ну, посмотрим потом, что за корабль. Ветерок подул, и полетели листья. Полетели, полетели. На меня листик хотел? Достаточно легкого-легкого ветерка. Как летят они, как птички, да? Видите, как летят? Батюшки. Ой, ой, полетели. Одевайте, детки, куртки свои. Ой, как полетели листья. Ой. Смотрите, ничего себе! Аделечка, ты сделала букетик? Ага. Ой, какой симпатичный! Ну-ка показывай, ой, какой симпатичненький, да? Пусти его по ветру. Лети, 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 лети. Адель сейчас заметила, как с деревьев летят листья на воду, да? Аделечка, расскажи сама, что ты увидела. С деревьев, которые лес, от них упали листья, и сейчас летят. И как будто золото падает в озеро. Правильно, как будто золото. Они сейчас летят, может быть, не совсем заметно, но мы это очень хорошо с Аделечкой видим, ага. Как на другом берегу из деревьев летят листья прямо в воду. Ветерок подул, и вода зашевелилась, да? Ага. Смотри, а вот там блестит, как Адель. Ага. Ой, как блестит. Вообще.
можно не любоваться, да, Аделечка? Да. Природой. Вот как не любоваться? Ты далеко туда не уходи. Можно просто часами, да? Особенно водички. Сидеть или стоять. И каждую минуточку что-нибудь, да, новое, да? Где у тебя удочка? Ну, лови рыбку. Близко не подходи. А как? Вот так, хватит тебе. А может быть, это просто вода? Вот мы близко к водичке подошли. Я там. Не подходи близко, рыбак. Говори, ловись, ловись, рыбка большая и маленькая. Только не жареная. Только не жареная. Ловись, ловись. Рыбка. Большая. И маленькая. Вот так. Аделечка, смотри, как водичка. У меня грязные руки. Да, конечно. Как у тебя будут чистые руки, если ты взял грязную палку? Сейчас вытрем. Ну, пойдемте к дедуле. Ой, какая палка, да? Приплыла сюда. Палка, палка, выручалка. Ну, пойдемте. Покажи свои руки грязненькие. Вот сюда, пониже. Ой, покажи ручку свою грязненькую. Вот они какие у нас ручки, какие у нас кроссовки грязненькие, да? Ой, ой. Ну, идемте. Куда ты еще пошел? Нет, идемте, пойдемте. Там, где сухо, пойдемте. Бабуля, смотри, сейчас я птичку увидел. Птичку? Ага. И дай. Не подходи. Иди сюда. Вот. Иди сюда, Эрик. Иди к бабуле. Что? Как мы ходили в самолет, теперь птичка, да? Давай, да. Раз, два, три. Ой, водичку-то вообще-то не надо бросать, веточки. Ну, они к берегу плывут. Да. Эричи говорит, это тень от нас. Да такая длинная, да, Эрик? А? Ой, какая длинная. Как будто тебя три штуки. Такая длинная тень. Нет, кому-то у меня два. Как будто тебя два, нет, ну хорошо. Нет, кому-то зверь. Ладно. Кому-то там зверь, а кровоток. Кому-то. Да. Кому-то рот. Беги к дедуле. На скамеечку садитесь. Отдохните немножко. А теперь стою. Да? Тень. Да нет, не буду я свою тень. Почему? Да плохо. Просто. Иди. На скамейке. Ты сказала отдохнуть хочешь? Иди садись немножко. Нет. Со мной? Ну давай. Карточку тебе одеть, сейчас оденем.